Немногим легко удается пройти мимо этого автомобиля и не обернуться. Длинный, низкий, с огромными колесами и сложной оптикой. 10 квадратных метров роскоши, высококлассного металла, кожи и ультрасовременных технологий. Топ-модель линейки Jaguar – люксовый седан XJ. У XJ великолепный салон, мягкие сиденья, вставки из натурального дерева, потолок в алькантаре. Все очень стильно, и так и напрашивается сказать «лакшери». Один из ключевых элементов интерьера – деревянный пояс, который окантовывает весь салон. Жидкокристаллическая приборная панель, 8-дюймовый сенсорный экран с функцией двойного изображения. Отличная акустическая система. Вместо рычага трансмиссии – шайба системы Drive Select. Удобная и стильная деталь, которая стала уже визитной карточкой ягуаров нового поколения. XJ выпускается с обычной и удлиненной базой. Второй вариант и представлен в нашем обзоре. В версии Long, добавленные к длине 125 мм, увеличивают пространство для ног пассажиров заднего ряда. Также эту модификацию дополняют панорамная крыша и откидные столики. Все сидения оснащены функцией подогрева, вентиляции и массажа. И это далеко не все прелести, которые становятся доступны тем, кто оказался в салоне этого седана. Но на самом деле вообще не имеет значения, где сидеть в XJ. На удовольствие и комфорт не пожалуются ни водитель, ни пассажир. На поведении машины на дороге дополнительные сантиметры не сказываются. Несмотря на свои габариты, он не ведет себя как грузный неповоротливый танкер. Неважно, летит XJ по прямому шоссе или извилистому проселку, он по-кошачьи мягкий и легкий. Самый младший в моторной линейке – трехлитровый дизельный V6 мощностью 275 лошадиных сил. Он развивает 600 ньютонов на метр крутящего момента. Этот двигатель радует не только тяговитостью, но и расходом топлива – около 7 литров на сотню в смешанном цикле. Далее по старшинству за ним следуют 5-литровые бензиновые восьмерки в 385 и 510 лошадей. Второй вариант мощности достигается благодаря нагнетателю, и такой агрегат развивает крутящий момент в 625 ньютонов на метр. Разгон до сотни у XJ с форсированным мотором занимает 4,9 секунды. Что удивительно, для люксового автомобиля цена не смутит потенциального покупателя. XJ оправдывает каждую отданную за него 1000 евро и дает своему владельцу не только драйв и комфорт, а нечто большее – то, что почувствует каждый, хоть раз побывавший за рулем Ягуара.